Всем привет, ребята, с вами на связи Эдуард Затулвитер, и я хочу вас всех предупредить о том, что сейчас от моего имени в интернете орудует мошенник. Через Telegram, через Skype он выходит на связь к людям через мои группы и предлагает от моего лица доверительное управление. Сразу хочу сказать, я не беру никаких доверительных управлений, там, нищих средств для торговли на криптобиржах. Я не скупаю никакую внутрянку ни в Questra, ни в Merlin Network, ни каких-либо других проектов. То есть ничем подобным я не занимаюсь. Я не занимаюсь сбором средств там на биткоин кошелек, либо на банковские карты. То есть если какой-то человек вам добавляется в личку и начинает от моего лица что-то такое говорить, что впоследствии требует перевода средств с вашей стороны в сторону этого мошенника, то, ну, это мошенник, это не я. Единственное, чем я сегодня занимаюсь в интернете, так это проектом Crypt Trade Capital, и это единственная точка, куда на данный момент вы можете проинвестировать. И это уж точно не мои кошельки, это кошельки компаний. Вот и все. Будьте осторожны, будьте бдительны. Если у вас есть, допустим, от моего лица кто-то предлагает вам перевести средства, просто вытягивайте этого человека на разговор в Скайпе и требуйте включения видеокамеры. Этот человек сразу отсеется, можете быть абсолютно в этом уверены. Ну и в принципе, сегодня интернет полон мошенников, поэтому будьте осторожны. Ну, это вообще, по-моему, дико кому-то куда-то переводить средства, просто исходя из какой-то переписки. Вот буквально сегодня человек перевел кому-то 90 тысяч рублей на банковскую карту, причем вообще какого-то левого человека в примечании, в получателях, да, и мошенник сказал ему, что это типа карточка моего друга, и все равно человек просто перевел, не требуя ни созвона, ничего, просто из переписки в чате. Вот. Так что будьте осторожны, ну и даже если это не от моего имени, просто человек вам что-то обещает там, и вы просто напрямую куда-то переводите деньги, можете быть уверены, в 99% случаев это мошенники. И ничем хорошим для вас это не обернется. И теперь еще дальше, если вы там думаете, что переводя деньги на банковские карты, например, кому-то, вы обеспечены там защитой со стороны закона, вы должны знать, что существует такое понятие, как дропы. Это специальные люди, это люди без определенного места жительства, это просто какие-то люди из необеспеченных семей, которые на свои имена открывают банковские счета и потом их перепродают. Вот. Поэтому даже если вы перевели кому-то на банковскую карту деньги, то это в большинстве случаев никоим образом не поможет вам вернуть средства назад. Вот. Так что будьте осторожны, это интернет, это 21 век, и многие мошенники сегодня перетекли сюда. Будьте бдительны, особенно когда вопрос относится денег. Всем пока, всем удачи, не нарывайтесь на мошенников, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии в комментариях.